Я так рад, что придут гости. Даже рифмой говорить хочу. Если гости к нам пришли, ты им тортик предложи. А если гость хочет печеньку, принесу им целую тарелку. Заебись. А если гость захочет булку в маке? Дам пизды твоей собаке. Можно я пойду отсюда? Съебался! Блять, пидорасы рыжие, везде найдете. Чё вам надо, блять? Собираем манатки, поехали в школу. Не вариант, окно закрыто, денег нет. А если по бабам? Валим, валим, валим на гелике. Какой нахуй гелик, твоя тарантайка сейчас развалится. Отпусти, дверь сломаешь, тварь! Может, еще куда-нибудь съездим? Да ёб вашу мать, идите нахуй отсюда! Разъебали меня обо всё, что можно, еще ехать куда-то собрались! На, баклана своего тоже забери, да я без багажника обосрал! Куда съездить, поебал его, куда съездить! Автоваз ебучий! Чё, довалился на гелике, придурок? Смотри, даже твоя копейка на тебя обиделась. Слышь, я тебе чё, Яндекс.Долёт, блядь? В следующий раз сам запиздишь. Вы охуели, что ли, а? Задача была проста. Доехать так, чтобы не напороться на гаишников. Какого хуя в газете пишут, что летающую машину видела полгорода? Вы, конечно, меня извините, профессор. Но вы когда-нибудь видели гаишников в небе? Сука! Да я в свое время в эту школу столько шмалей и шлюх провел, что половина из них тут уже учится. Одна вообще профессором стала. О каких шлюхах речь? Вот, блядь. Вот об этих! Блядь, утром какая-то пидораска в тапки нассала. Еще за кошками воняло. Сам ты пидорас, блядь. В нашем замке всего две кошки. По-вашему, это была я? Не-не-не-не-не. То-то же. Где мои детки? Где мои детки? Я так люблю деток. Блядь. Сейчас я покажу вам самое страшное чудовище, что могла создать природа. Школьник с колонкой. Его колонка убивает ультразвуком говна, которая с нее играет в течение 5 секунд. Давайте попробуем. Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед, а мне повезет, с тобой мне повезет. Слышь, посмотри, что там с ним. Он еще дышит. Блять, вот это хуево. Так, свидетели нам не нужны, поэтому быстро одновременно их достаем и добьем его. Сейчас ты узнаешь мощь моего имени. Чё там? Ну, написано. Чё написано? Ну, мое имя. А сказать не можешь? Ну, я же написал. Что написал? Имя. Где? Блять, Василиск, дай ему пизды, он заебал.